Несмотря на то, что иду я по оборудованному пешеходному переходу, честно сказать, страх испытываю неимоверный, собственно говоря, как и жители этого района. Ведь буквально накануне вечером под колесами иномарки именно на этом месте оказалась девушка-пешеход, выжить которой не удалось. Этим видео с нашей редакцией поделился очевидец ДТП. Он оказался на месте буквально через несколько минут после происшествия. На кадрах видно, как иномарка стоит посреди дороги с разбитым лобовым стеклом и помятым капотом, а пешеход лежит на дороге без признаков жизни. Произошел роковой случай прямо на пешеходном переходе около 10 часов вечера. Местные говорят, переходить тут дорогу просто опасно. Через раз останавливаются. Хоть с ребенком идешь, хоть один. А ведь около месяца назад жители данного района уже били тревогу. Тогда они написали обращение и в госавтоинспекцию, и в местную мэрию с просьбой установить дополнительные меры безопасности для пешеходов. Ведь подобные случаи именно на этом месте не редкость. Уже приезжали ж тогда, вот собирались люди, что полицейских надо ложить лежачих или светофор ставить. Они едут как с трассы, они идут здесь по всей дороге. Ну так скорость скидывают бы скорость хоть. И фикчи скидывают, и проходят так. Что же касается случая, произошедшего накануне, то кто все-таки виноват, будут решать правоохранительные органы. Пока по собранным полицейскими материалами все свидетельствует о том, что именно водитель не пропустил женщину, переходящую проезжую часть в положенном месте. Предварительно установлено, что женщина пересекала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП женщина погибла на месте происшествия. В отношении мужчины составлены административные материалы за управление транспортным средством при наличии технических неисправностей и непредоставление преимущества движения пешеходу. Состояние опьянения у водителя не установлено. А вот появится ли на этом месте лежачий полицейский или же светофор, пока остается загадкой. Татьяна Блинкова, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5-й канал.